Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня вам покажу блюдо, которое у меня появилось недавно. Я его купила в начале апреля. И это фарфор, мануфактура Meissen. Его размер 50 сантиметров в длину и 35 в ширину. И это самое большое блюдо из этой серии, этой формы, и выглядит оно вот таким вот образом. Такое блюдо никогда не продавалось в сервизах, оно всегда продавалось отдельно, и такая форма имеет несколько дизайнов. Перед вами находится блюдо, которому 100 лет, но оно абсолютно новое, им никто не пользовался, и я вынашивала такую идею купить такое блюдо, но мне не попадались такие блюда, чтобы они мне нравились. Просто у этой серии несколько цветовых решений центрального цветочка. И я нашла с розовым цветочком. Очень часто бывает с оранжевым цветочком в центре, но я не люблю оранжевый цвет. Поэтому я хотела или желтый, чтобы был цветок самый главный, или голубой, или фиолетовый. И я нашла с розовым цветочком. У меня включен просто такой точечный свет, поэтому глазурь блестит. И в центре розовый цветочек. Это роспись на фарфоре, на белоснежном. И вот сейчас из-за того, что у меня подсветка, видно линии. Как кистью художник наносил это изображение. Этот цветок называют некоторые разбитое сердце. Здесь еще есть такие вот астрочки, которые осенью цветут. Желтый цветочек, тоже нежный. Фиолетовый цветочек и оранжевый. И в центре розовый. И это блюдо, оно вмещает в себя невероятное количество чего угодно. Такая вот красота. По краю нанесена золотая эмаль. Еще там продавалось блюдо, которому 200 лет, которое было сделано в 1820-х годах, но оно было с реставрацией, и им нельзя было пользоваться. А это блюдо ему 100 лет, и оно абсолютно новое, и им можно пользоваться, его можно мыть. Оно в идеальном состоянии. Вот такая вот красота. Редко встречается 100-летний Meissen, который абсолютно новый, который хранился и не использовался. Но такие предметы люди, они используют редко. Только те люди, которые любят гостей, или те люди, которые обожают сервировки, или у кого большая семья. Для кого это важно? Эстетика за столом. Вот такая вот красота. Оно просто огромное. Чтобы вам показать вот масштаб. И сейчас его переверну, посмотрим его с той стороны. Сейчас я блюдо перевернула, и мы смотрим с вами дно. Кто разбирается, тот поймет, что это высший сорт, и мечи, они не перечеркнуты. Я сейчас постараюсь показать
крупным планом это клеймо. И вот эта точка между вершин говорит о том, что этот фарфор был создан в период с 1924 до 1934 года. И мечи вот сейчас видно, потому что подсветка подсвечивает клеймо. Тут нет никаких линий, это высший сорт. И вот эта точечка, она определяет возраст этого фарфора. Здесь есть номер в тесте. И еще номера. И это блюдо, оно в идеальном состоянии. Здесь фарфор в идеальном состоянии, тесто в идеальном состоянии, глазурь в идеальном состоянии. И роспись была произведена на самой мануфактуре. Блюдо 100 лет или 90 с лишним лет. Вековая вещь, роскошные мануфактуры. Я знаю, что меня смотрят любители антиквариата. И я с вами делюсь вот такой вот своей обновкой. Обожаю предметы, которые делают наш дом более уютным, которые украшают быт. Обожаю старинные вещи. Обожаю антиквариат. И вещи ручной работы. И это блюдо, оно сочетает в себе все мои предпочтения. И я люблю, когда главные цветы розовые, голубые, желтые или фиолетовые. У меня есть еще сервиз, который я не показывала. Там есть овальные блюда, но они чуть меньшего размера. Это блюдо, оно, конечно, больше. У него размер 50 сантиметров в длину, 35 в ширину. Я надеюсь, что вам было интересно. Я вас всех благодарю за внимание. Желаю вам красоты, обновок, позитива, радости, весны, солнышка. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока.